Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение. Его второе название – Пасха Христова. Это самый древний и важный праздник богослужебного года. Праздник Пасхи начинается разговением после длительного Великого Поста. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха. Сладкое блюдо из творога с изюмом. Крашеное яйцо – раньше это были только красные яйца, символ мира, обогренного кровью Иисуса Христа. Кулич – высокий хлеб из сдобного теста, символ тела Господнего, которым должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне, в Страстную субботу. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в этот светлый праздничный пасхальный день позвольте мне всех вас поприветствовать со светлым Христовым воскресением. Мы ныне торжествуем Пасху Господню, которая идет уже 2000 лет по нашей земле. Пусть же воскресший Господь коснется каждого сердца и воспламенится любовь к жизни, любовь к ближнему, любовь к Богу. Пусть будут все наши близкие, знакомые, родные в добром здравии, в дни испытания, которые мы с вами проходим, Господь помогает каждому из нас. В эти светлые святые дни Пасхи достигнем новой жизни, достигнем воскресения Христова в радости и спасения наших бессмертных душ. Здоровья вам, любви, мира и помощи Божьей. Храни вас Господь на многое и благое лето.